Как вы относитесь к литературе? Юрий Орлицкий, Арсен Мирзаев, Николай Година и другие знаменитые поэты из Москвы, Санкт-Петербурга и Челябинска на поэтическом вечере своими стихотворениями демонстрировали любовь к русскому слогу. Участники форума трепетно относятся к нашей словесности и даже посвящают ей собственные произведения. В старинных сказках и поверьях, и в грусти песен прошлых лет. Везде есть русская словесность, и только в нашем веке нет. Поэтическая гостиная уже давно стала одним из самых любимых мероприятий студентов факультета журналистики. Здесь юные ценители словесного творчества могут побеседовать с известными мэтрами поэзии, послушать их стихотворения и получить полезные советы. Читайте хорошую литературу, читайте хорошие стихи, потому что иначе вкус не воспитывается. Еще он воспитывается в общении, тоже с хорошими поэтами, с профессионалами. Научить писать невозможно, а научить какой-то литературной грамотности, каким-то основам, в общем, вполне реально. А там уже, когда вот ты почувствовал свой голос, наверное, самое главное не забывать смотреть внутрь себя и понимать, кто ты есть, и самим собой оставаться на конце.